Гуляй, гуляй. Кольцо лебедь. С каждым разом он говорит все больше новых слов. Тепло, жарко. Да. Верю, он жарко. Шапку потерял, да, Юр? Нет. Нет? А где она? А где шапка? Истинный куртку. Заточки напялил. Вот. Жарко, да, Юр? Нет, я греюсь. Греюсь, так сними да. Куртку тогда. А? Куртку, а что ты капюшон надел? Ну, вообще, наверное, давай вон пруд. По той. Вон пруд. Наверное. Ну, не знаю.
тебе холодно? Ты уже съел кексик? Вкусный? Давай бумажечку. А, это ботанический сад туда. Все, солнце кончилось. Солнце кончилось. Двадцать лет, что-то мало. Слушай, пап. Ну дай ему кусочек хлеба тогда. Хотя это, бутерброд где-то твой уже не нужен. Ты не будешь есть, да? Ты крутой? Я удивляюсь, это гнездо. Ну да, птичка, видишь, она сидит там что-то. Неужели она не видно? Сделала на дереве. Как она не трясется? Она что-то хочет. А мам. Она говорит, а мам. Скажи, что они не страшные, да? Ага, не страшные. Укусы типа. Они красивые, да, Вова? Ну, красивые. Ой, Вова. Красивые лебеди, да, Вова? Я боюсь что-то. Не доверяю этим. А Вова не боится. Драки. Ля, так они их там по парам прям. Ладно, хватит. Вдруг не плохо станет. Там хлеб с майонезом. Поехали, садись.
мне за свою территорию. Территорию, да? Ну да. Они там четверо дерутся. Реально, а эти две уточки иди. Это бой, драка. А это девочки, наверное, бой, это кричат. Ну да. Это лапа-лапа. Мам, и от этого гуляют, чтобы их долго. Да, они держатся лапами и клювом таранят. Нужно брачный, гля, не подвойно, но брачный сезон, гля. Ой, лебедь приплыл. Ой. Приплыл к Вовику. Покушать, скорее. Дайте покушать. Мы тут наблюдаем за дракой, видите ли. Как дерутся какие-то, какая-то порода птиц. А ему надо, чтобы его покормили. Пойди, полёток, приведи старше. Я скажу, да, лампочки. Там уже хлеба не дают. Блин, еще один приплыл. Да, у них крылья как это задрали, куза в борту. Это вообще не ел. А ты тут. Сейчас как цапнет меня. А я что говорю? Нельзя снимать парк. Он? Блин. Какой-то слишком страшный, я не хочу к ним подходить. Я хочу стоять у краю и посмотреть, как там дерутся эти четверо. Хотя, глянь, они уже все разошлись. Ну, стали уже, сколько можно. О, да и утка, блин. Здесь все птицы приплывают, и лебеди, и утки. Хлеба дать, да? Ну, давай поищем, не знаю. Не надо ему давать хлеба. Вот ля этому надо давать, он голодный, а этому мы... Вот тут, может, и ел. Как ты понял, что тут из них ел, а не ел? Ну, может, он приплыл сюда, чтобы здесь его покормили, а это, наверное, боязлив. Опять дерутся. Опять дерутся. Вова, не подходи, он опасен. Этому. Вроде он кушал. А знаешь, как определить? Вот сейчас мы сколько давали. Подожди, Нина, что ты хочешь? Ты хочешь дать? Нет, я хочу я вот показать. Вот сейчас ты должен положить сюда хлебушек. Глянь, видишь, этот идет. А ведь когда мы тоже пытались давать этому хлебушек, то он тоже на нем. Вот это прожорливый сам. Ну положи его кому. Вот, это съел. А, он его в воде размочил. Вове, да, и Вове тоже положит. Ну, наверное, твердоватый. Хлеб остался, он весь с майонезом. На. Вове, положи птичкам. Положи. Нет, нет, птичкам дай. Положи птичке. Птичке. Вот положи лебедю. Только на землю положи, а то он сейчас у тебя ручки. Клади на землю, а то он тебе звучки спустит. Юра в шоке. Бери. А, они тоже все в воде размачивают. Ну да, сейчас подожди еще вот горбушку. Съели, да, птички? Да. Майонеза есть. Хам-хам-хам. Юра, не пугай. Штрафуют. Погоди, а ты точно на ремень? Может, это кинуть? Да это норовод самка, а то самец. Ты видела картинку, где жирафу давали кучу всякой еды такой? Ну да, заболеет. Блин, он
водички попил. Так, да. Блин, это, наверное, будет самым толстым.